Эти российские конфеты смело можно дарить как сувенир, к тому же полностью натуральные по составу. Цена где-то 400 рублей за 1 килограмм, но в пачке их довольно-таки немного, который представляет из себя картон с полным описанием товара и потом внутренний фантик из фольги. Внешне они неправильные овальные формы с темно-коричневой поверхностью, которая является настоящим шоколадом, внутри финик, а вместо косточки в нем миндаль целый. Очень приятный, нежный вкус и хрустящий одновременно. Ешьте аккуратнее, мало ли, могут быть кусочки косточки, о чем, в общем-то, они предупреждают сами производители. Вкус приятно сладкий, без приторности, запах какао присутствует, миндаль, ну, ощущается чуть-чуть, собственно, когда его раскусываешь. Спасибо вам за внимание, ждите новые обзоры, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки, как вам хочется. Эти российские конфеты в